сейчас пригласим сюда Наталью Николаевну, она готовится. А я хочу сказать и поблагодарить сегодня еще раз Марата Королева, Ирину Свищенко, это Приморская райадминистрация, которая всегда с нами. Департамент внутренней политики городского совета, координационный совет при мэрии, организаторов недели добрых дел. И такие организации, как «Семья Дюка», «За тормоза», «За чай», организацию «Лайф», «За замечательного ведущего», «Кафе Подкова», «За подключение» и, конечно, организацию «Вера, Надежда, Любовь», которые сегодня нашим детям подарили винеры, воду, конфеты и очень всех порадовали. Хочется сказать, что сегодня вели видеосъемку Владимир Богатырев и Виталий Шутко. Мы также им очень благодарны за то, что то, что сегодня происходило, останется в памяти и останется для того, чтобы все остальные это увидели. А сейчас я сюда хочу пригласить Наталью Николаевну, Наталью Корнейчук. И перед